Азы, да, здравствуйте, дорогие друзья. С вами товарищ Санёк, и мы продолжаем играть в Гарри Поттер и Философский камень 2001 года выпуска. Тут, в общем-то, какой-то трэш происходит. Я пытаюсь дойти до какого-то урока очередного. Что мы там будем изучать, я уже не помню. Тун-тун-тун. Что это? Куда это? А, и тут еще один дракончик. Как это мило. Что? Вот. Так бы сразу. Так, понеслась. Опять ништяк какой-то. Не? Тут беспалёное. Проход, по идее, должен быть, а там воду слышу. Но поскольку ничего нельзя сделать, ничего нельзя сделать. Нет, я зря сюда пришел. Вингардиум Левиоса! Вингардиум Левиоса! Отлично. Как это предсказуемо? О, ништяки. Мне кажется, мне туда надо идти, но я не хочу туда идти. Или мне сюда надо идти? Я сюда не хочу идти. Блин, его пойми, короче. Алахамора! Вау! Блин, вот эти парни крутые. Эй, Гарри, ты уже нашел 25 конфет? Спасибо, что помог нам, Гарри. Держи волшебную карточку. Надеюсь, в твоей коллекции такой еще нет. А можно оптом? Пошли, Джордж, у нас полно дел. Малфой. Тут у нас турки и замечательные деревья. Ха. Ну ладно. Это я ради одного баба сюда пёр. Да вы охренели. Ну что ж, придется идти на урок. О, как мило. Здравствуйте, ученики. Я профессор Спраут. Сегодня я научу вас заклинанию Инсендио. Оно может пригодиться, если вы столкнетесь с опасными растениями. У меня опять залагало. Посмотрите,
как нужно правильно сотворять заклинание Инсейдио. Нажмите кнопку мыши и, не отпуская ее, обведите контур. Затем вы можете отпустить кнопку. Окей, я готов. Кто мне скажет, зачем я эту ересью занимаюсь вообще? Первоклассное инсендио, мистер Поттер. Спасибо. 5 баллов факультету Гриффиндор. Спасибо. Давайте продолжим урок, мистер Поттер. А, не успел. Для первокурсника просто отлично. Отлично. 10 баллов факультету Гриффиндор. Давайте продолжим урок, мистер Поттер. Зачем вы меня мучаете, женщина? Я не наберу тут 8 баллов уже. Тин-тирин. 40, 50, 60, 70. О, нет, набрал. Неожиданно. Инсендио! Первоклассное инсендио, мистер Поттер. Отлично. 15 баллов факультету Гриффиндор. Давайте продолжим урок, мистер Поттер. А давай. Мышка, не подведи меня. Один балл! Черт. Немного не так, мистер Поттер. Угу. Сучка. А теперь потренируемся в сотворении заклинания Инсендио. Мистер Поттер, вам в эти двери. Я буду наблюдать за вами с балкона. Чем? Да я понял уже, раздупляйся. Ведь это только начало игры. Это колючка обыкновенная. Игра, которая весит 200 мегабайт. Если воздействовать на нее заклинанием Инсендио, она завянет. Вместе с озвучкой. Но будьте осторожны, сотворив заклинание, сразу же отойдите в сторону, чтобы не попасть под шипы. Я допёр. Давай. Так, какие-то ништяки есть. Так. А, подстава! А где вход? Перед вами самые обычные ядовитые щупальца. Сотворите заклинание. Хорошо. Теперь, чтобы завершить урок, вам нужно собрать звезды. Вперед! Инсендио!
Прочь страх. Алакамора! Если будут только бобы, я очень сильно расстроюсь. А как вы вниз стреляете, хреновые растения? Инсендио! Алахамора! Как он свернулся? Зачем? Какие-то шипы с автонаведением. Я расстроился. Звездочка. Окей. Алахамора! Флипендо! Алахамора! Флипендо! Какие-то вы предсказуемые. Алахамора! Алахамора! Флипендо! Что я делаю? Ой, смотрите, гномы, тролли. Лицы, а? Могу? Я могу как-то туда попасть? Флипендо! Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, наверное, надо сохраниться. Пойти вниз. Там я сохраняться. Так, товарищи. Хотите поиграть? Такой своеобразный лес, что ли? Карточка. Понеслась. Эти растения обижают бедное дерево. О, господи, ужас какой. Мамочки, какая она страшная. Что, бабочка? Ой! Господи, что происходит вообще? Флипендо! 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 Что, я сбился в этой хрени? Флипендо! Эти растения похожи опасно. Постарайся не ступать. Флипендо! Флипендо! А ты молодец, то, что вслух рассуждаешь. Прям как я. Вон еще эта хрень. Инсендио! Окей. Совсем без палева. Ой. Флипендо! 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 Какой замечательный волшебник. Флипендо! Флип... Сейвинг. Спасибо за стрелочку. Я бы не догадался. Ой. Какой-то ололо трэш происходит. Лифт. О. Серьезно?
куда идти-то? Что делать? О, лифт. И сохранение. Опять эти подлые дядьки. У меня лагает мышка. Давай, иди сюда. Давай, давай. Ах ты! Ты откуда взялся, этот парень? Да и по барабану, честно. Вингардиум левиоса! Вингардиум левиоса! В игре даже физика есть, на удивление. Вингардиум левиоса! Вингардиум левиоса! Забавно. Флипендо! 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 Во. У них забавная система орошения. Нет бы воду распылять, они цветы двигают. 5 звезд. А где? О, мне в таком темпе нравится играть. Только все очень дикое. Ах, вы... Так, а ну-ка, ты хренов тролль. Инсендио! О, это круто. Флипендо! И моя радость, усни. В доме погасли огни. Флипендо! 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 Окей. Инсендио! 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 Лягушка. Блин, ну что это за управление такое? Флипендо! Флипендо! Дверки открываются. Алохомора! Боб, Боб, зеленый Боб, это ММДемс вообще, во, точняк. Это же ММДемс. Флипендо! Флипендо! Так, окей. Ты ж ни хрена себе у вас. Тут дофига. Инсендио! Поспать. Инсендио! А, куда ты залез, парень? Там просто. Ну ладно. Кому я задаю эти вопросы?
По-моему, немножко игра подлагивает. Капельку. Мне пока хотят показать текстуры окна. Ну, достаточно интересно. О, нет. Чтоб тебе. Дверки открываются. Звездочка. Звездочка, это хорошо. Алахамора! Давай. Отлично. Давайте я просто вниз прыгну, мне будет что-нибудь? Нет? Окей. Че это вы проснулись и спать? Лягушка! Охранение! Хренотень! Еще одна хренотень! Еще одна хренотень! В чем вообще смысл? Ставить такие мега лабиринты и... Не делать ничего. А, тут можно наверх залезть. Круто, зачем? Вот сундук. Вот черт. Ах ты ж тварь. Так. И там нету карточки, да? О, нет, тут есть за что рисовать. И на этом, как говорится, спасибо. Звездочка. Уже восьмая. Крутяк. Ух ты, а что за хренотень? Флипендо! 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 Там-та-дан-тан, водичка, кап-кап. В этом весь смысл. Окей. Тетушка. Поздравляю, мистер Поттер. Тренировка закончена. Отлично. Вы собрали все звезды. 20 баллов факультету Гриффиндор. Урок окончен. Ура! О, Хагрид, здорово. Вот ты где. Надеюсь, урок гербологии прошел хорошо. Мне нужно кое о чем поговорить с тобой. Встретимся у меня в хижине. А сейчас иди, а то на урок опоздаешь. Давай, Гарри, беги. Какой урок? Ну, пойду сюда. О, бобы. Мне не с тобой случайно надо поговорить. Поттер, иди на урок полета. Не опоздай. Урок полета, это интересно. Тун-тун-тун-тун. И сюда. Да. Смотри, сюда идет Невилл. Похоже, он чем-то расстроен. Пошли узнаем, что с... Пожалуйста, помоги мне. Значит, бедненький Лонгботтом побежал жаловаться тебе. А ты хочешь, чтобы я вернул его драгоценную напоминалку? О, сейчас будем летать за хренью. Я думаю, эту штуку надо положить куда-нибудь, где Лонгботтом ее не достанет. Например, на дерево.
Думаешь, ты сможешь меня догнать? Ну-ка, попробуй. Ну, начинается. Огонь на метлах. Малфой, отдай напоминалку Невилла. Хочешь напоминалку? Попробуй, отними. Берегись моих бладжеров. Обберечь. Блин, короче, мышка бесполезная. Как с ними бороться? Да угадай, никак. Я просто... А, тут надо Малфоя еще бить. Отлично. Это надолго. Да, упырь. О, как все просто. Ты за это поплатишься. Ты за это. На, забери эту ерундовину. Мне она не нужна. И слабо. Моя напоминалка! Спасибо, Гарри. Теперь я обязательно найду свою жабу. Зачем тебе напоминалка? Иди ко мне. Иди сюда. Где связь? Вспомнил. Я оставил Тревора возле теплицы. А там есть растения, которые питаются жабами. Да там есть растения, питающиеся людьми. Мистер Поттер, меня зовут профессор МакГонагалл. Я заместитель директора Хогвартса, а также куратор факультета Гриффиндор. Куратор? Декан? Разумеется, я не одобряю вашей погони за Малфоем, но у вас врожденный талант летать. Согласно правилам, первокурсникам не положено играть в квиддич. Для вас будет сделано исключение. Эх, два движения. Гарри. Мотание головой влево, вправо, кверху. Первый в этом году матч по квиддичу состоится сегодня днем. Команда Гриффиндор против команды Слизерин. Вечер. Увидимся на матче. Да, да. Травеньки были. Как они могли позволить первокурснику играть в квиддич? Вообще ничего. Ты в команде? Да после матча со слизеринцами тебе придется отскребать от поля. А теперь живо на занятия, Поттер. Пойти-то. Не сюда или не сюда? Первокурсник в команде? А куда? Ворот открыт. А, я к Хагриду иду в гости. Флепендо! Алакамора! Будем проходить в крайне быстром варианте. Нет. О, ништяковый улик. Алла, Флепендо! Кого я Алакамора открываю? Флепендо! Куда? Мне еще обратно, что надо проходить? Флепендо! А,
Флипендо! 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 Квадратные деревья меня, конечно, радуют. В нашем мире никуда. Я потерял много здоровья. Но меня не очень радует. Что мне тут делать? Флипендо! 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 Короче, идите в пенсию. Вашими черепашками, которые метаются огнем. И мы увидимся в следующей серии, дорогие друзья. Спасибо за просмотр, с вами был товарищ Санек. И подписывайтесь на мой канал, а также заходите в мою группу ВКонтакте. Еще раз спасибо за просмотр.